Всем привет! Меня зовут Асет Абишев. Я являюсь участником оргкомитета и состою в инициативной группе оппозиционной партии «Алга Казахстан». Сегодня хотелось бы затронуть тему экопроблемы в Казахстане. Это паводки, это засуха. Каждый год одно и то же. В течение 30 лет эти вопросы никак не решаются. Есть некие картинки, которые они выстраивают и показывают строительство неких дамб, которые не очень долго служат людям, потому как все воруется, все разворовывается, строится некачественно, и через некоторое время все это рушится. Вот. Решение этим проблем элементарное. Это правильное вложение, правильное строительство. Это строительство современных резервуаров для талых вод. Это специальные накопители, это ливневая канализация. Мы элементарно видим, что в наших городах, в современных городах, как мы считаем, в Алмате и в Астане, постоянно в центрах города какие-то затопы. А это говорит о том, что технология строительства была нарушена, технология строительства дорог, домов, канализации, ливневых канализаций. И все это не решается. Решается это все элементарно. Это правильное вложение, это структурирование этих систем, привлечение специалистов. Сегодня очень много современных технологий, и при тех богатствах, которыми обладает Казахстан, такие вопросы решаются элементарно. Вот. Придя в правительство, наша партия, заняв большее количество мест в правительстве, мы будем решать все эти вопросы. Мы будем принимать законы, мы будем решать проблемы обычных граждан. Для существования нашей партии нам необходима ваша помощь, это ваши пожертвования. Для того, чтобы мы могли открыть офисы, для того, чтобы мы могли ездить по регионам, встречаться с людьми. Очень много вопросов и очень много пожеланий, чтобы мы приезжали на места. К сожалению, мы сегодня не имеем возможности посетить всех и открывать филиалы в регионах, потому как мы не имеем средств. И ваша непосильная помощь для нас будет продвижением нашей партии. Это, как я уже сказал, это открытие офисов, приобретение оргтехники, каких-то канцелярских товаров. Это элементарные вещи, которые нам необходимы. В последующем, после первичной регистрации, как мы подадим уведомление, нам необходимо будет провести съезд, на который тоже потребуются определенные средства. И все это будет делаться благодаря вам, вашим пожертвованиям. Мы очень надеемся и на вас тоже. Алга Казахстан.